Вот уже который год подряд 13 ноября детская школа искусств гостеприимно принимает у себя гостей. Отметить значимую дату – Международный день слепых. Сюда приходят представители Уваровской межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Ее председатель Любовь Алексеева отмечает: «Сегодняшнее утро для нас особенное, и хорошо, что оно начинается так торжественно». Поздравляю всех с праздником, желаю всем здоровья, терпения, близким. Вот, самое главное. В настоящее время в организации зарегистрировано 125 человек. Помимо уваровцев, это соседи из Мучкапа и Ржаксы. «Я приветствую, что в календаре есть такой день», – говорит жительница Мучкапа Татьяна Полтинина. «Ведь чувствовать внимание и заботу всегда приятно». «И нас приветствует наш район. Начальство нас. Очень даже. Дают нам машину, и мы ездим». Те, кто пришли на концерт, не скучают, на время отвлекаясь от своих проблем. Задорные частушки настраивают на веселый лад и поднимают настроение. Так совпало, что 13 ноября отмечается еще и Всемирный день доброты. Поздравила присутствующих ведущая мероприятия, почетный гражданин города Галина Воропаева. «Доброта нужна всем людям. Пусть побольше добрых будет. Говорят, не зря при встрече добрый день и добрый вечер. И не зря ведь есть у нас пожелание в добрый час». Своим выступлением порадовал зрителей и ансамбль «Сударушка» Уваровского дома-интерната для престарелых инвалидов. В исполнении коллектива со сцены звучали задушевные, всеми знакомые и любимые песни. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».